Все-таки приятно гулять в таком милом парке. Ага. Слушай, Фокс, у меня к тебе есть одно дело. Как бы это ни было сказано, вообще не хочу от тебя детей. Почему бы нет, Скарлетт? Слушай, Фокс, я ведь еще девственник. Я понял, Скарлетт, не беспокойся. Какая, однако, миленькая, какая хорошенькая, сладенькая, как вы ее назовете? Милота седьмого неба, мда. Это кто так плохо рисовал? А? Кто плохо рисовал? Признавайтесь, кто плохо рисовал? Кто плохо рисовал? Кто пишет? Я спонсор. Я спонсор. Опс. Поставь лайк и подпишись. Я же няшный. Ня. Ня. Поставь лайк и поддержи проект. Ведь его очень долго делали. Да. А еще на землетрясении было 6 баллов. А я такой, да. Они такие, о, они такие, я вон. Куда мне пойти? Так, на чем это мы остановились? Что? Ах, ну да, это всего лишь сон, слава богу. Что это? Нет, не так. Что это? Фокс! Иду. Чего тебе надо стоять? Что случилось? А, Фокс, что случилось? Что это только что сейчас было? Это было на улице. Плач. Вроде бы как. А, что случилось? Моя дорогая. Тьфу, в общем, мне к тебе сделала. Мне кое-что от тебя нужно. А? Нет, не так. Так-то лучше. Ня! Что случилось, мой волчок? Может, тебе что-то дурное приснилось?
Ах, да. Слушай, Старлайт, тебе случайно не снилось что-то наподобие, типа, любви, с луны, меня и того, что я с тобой переспал? Ня. Ай. Все, я на вас обиделся, я ухожу. Я ухожу. Ой, да бывает, что уж, ты главное... Что случилось? Ты главное это не раз... Короче, сейчас, не знаю, приготовлю тебе что ли это... Чай, кофе, тебе чего лучше, чай или кофе? Ну это, в общем, сейчас не важно, то и другое приготовлю. А может и не приготовлю. В общем, если умеешь сама готовить, то сейчас приготовишь. В общем... Что у нас за дела? Я сегодня на целый день ухожу, потому что, скорее всего, ты такая, тебе это приснилось из-за вчерашнего с тобой нашего конфликта. Так вот, я ухожу на целый день искать источники, которые знают, где находится такое же противоположное зеркало, которое может нас вернуть в наш нормальный с тобой, вот где мы сейчас находимся, мир. Поскольку ведь оставаться здесь не хочется, так что из дома не выходи, потому что мне не хочется, чтобы повторился тот самый инцидент, и чтобы тебя ранили. Лучше оставайся дома и, да, прими холодный душ. В душе тебя будет ждать сюрприз. Там я тебе приготовила одежды, всякие там, чтобы ты в них ходила в ближайшее время. Также я тебе оставила телефон, на котором мы можем с тобой связываться. Не обращай внимания на ту информацию, которая там будет. В общем, и вбей себе в голову. Тебе 15 лет. Я не могу оплодотворить несовершеннолетнюю. Вот вырастешь, пожалуйста, вбей себе это в голову и больше не беспокойся. Господи, что я могу с тобой только сделать? Ну, например, обнять, поцеловать, не знаю, слюну взять, чмокнуть в нос, ушко покусать, шею тоже покусать, полизать, так, что еще? На руках поносить, потом, что еще? А, точно, языком. Ну, в общем, мне пора уже идти, мне еще нужно переодеться и все такое, тем более время не ждет, из дома не выходи, душ прими, одежду примери, не знаю, там кофе выпей. Надеюсь, что тебя не потревожил, покачает с ним. Фух, чуть не испортил всю картину. О чем я только думал? Что я в детстве читал? Ой, там кто-то идет, нужно проверить. Луна? Фокс, что ты здесь делаешь? Это ты что здесь делаешь? Нет, ты начала ответить. Как ты сюда попала? Это ведь в Париж, почему я в человеческой форме? Объясни, что случилось. Я позвонила Старлайт поговорить, пообщаться, узнать, как жизнь. Она не отвечает. Я пришла к вам домой и... Видела, что вас нет, увидела зеркало, и я случайно меня туда засосала. Я не знаю, я потом оказалась здесь, я была без сознания, я была напугана. Что мне вообще здесь делать? Где Старлайт? Со Старлайт практически все в порядке. Иди вон в тот дом, она тебя там ждет, это мой дом. Правда? Да, развлеки ей, что ли, там, не знаю, свари чайку, кофе и там это... У нее будет телефон, с которым, если что, можно связаться со мной. В общем, просто я приснился не очень такой сон. Про что? Сама ее спроси. Понятно. Ну что ж, иди. Хорошо. А ты куда? Мы отсюда выберемся? Да, я пошел искать как раз-таки наш выход. Хорошо, удачи тебе. Фоксибриан, давно не виделись. Саша, что ты здесь делаешь? У меня к тебе есть очень важный разговор. Помнишь про вчера? Да. В общем, мне нужно с тобой поговорить об Старлайт. Пойдем прогуляемся, догуляем до консьержери. Хорошо, Саша. Что ж, вспомним старые времена. Давно тебе кое-что
Очень важное. Расскажу. Интересно, что же.